У тебя новые книжки? А у меня новенькая кукла. Очень красивая. А книги такие интересные. Ой, снова она. Все еще играете в куколки-неудачницы. Чего тебе? Иди, не мешай нам. Фото младенчиков, как мило. Им здесь не место. Как и вам. И кукла твоя мне не нравится. Без головы она намного симпатичнее. Хватит! Прекрати! Эй, мои книжки! Неудачницы! Русалки, вот что всегда круто! А вы отправляйтесь в шкафчики! Там вам самое место! Наконец-то! Как мы здесь очутились? Что же делать? Как отсюда выбраться? А, это что? Дафни, посмотри! Это подробный план по превращению в русалок! Это наш билет на свободу! Дай 5! Пожалуй, сперва нужно умыться! Эй, вы! Хотите умыться? Получайте! О, нет! Невероятно, я промахнулась. Ладно, попытка номер 2. Нет! Ну вот, вода закончилась. Промазала. Использую запасы мицеллярной воды. Вот то, что нам нужно. Попробуй увернись. Ха-ха! Точно в цель. Отлично! Мы своего добились! Идеально чистая кожа! Отлично сработано! Что это за древний шкафчик? Я проверю! Скелет в шкафу! Спокойно! Вау! А ты не шутила! Зато я нашла кое-что полезное! Тебе эта косметичка больше не понадобится! А нам даже очень! Вау! Смотри, чтобы охранница ничего не заметила! Как же они мне надоели! А теперь твоя очередь, русалочка. Посмотрим. Тональная основа есть. А вот спонжа, чтобы ее нанести, нет. Как же быть? Кажется, я слышу птичье пенье. Вау! Здесь самое настоящее гнездо. Посмотрим, что там есть полезного. Ну же. Яйцо? Отлично. Как раз то, что мне нужно. Оно заменит спонж. Нанесу тон. Консилер. Контуринг. И немного румян. А теперь воспользуюсь сеточкой. Добавлю блеска. Из этого яйца наверняка вылупится птичий стилист. Моя очередь. Ауч! Моя рука. Что это было? Привет, а это я. Краб, больше так не делай. Прости, вот, это тебе. Пузырчатая пленка? А получше ничего не нашлось? Вот мой улов. Буду импровизировать. Нанесу тон. Румяна и контур. А теперь нарисую чешую. Отлично. Стрелки на верхнее веко. И блестки на нижнее. Ресницы. И макияж глаз готов. А теперь губы. Сделано великолепно. Спасибо, мистер Краб. Вы настоящий джентльмен. Что за переполох? Вы, что-то с вами не так. Что вы сделали? Абсолютно ничего. Неужели? Все как прежде. Ну ладно, так и быть. Привет. Маркер? Вот, спасибо. Отметим выполненный пункт. Макияж сделано. Почему он сидит на моем плече? Пожалуйста, убери его. Он испортил мне прическу своими клешнями. Что теперь делать? Это отвратительно. Но выбора у меня нет. Зато есть шикарный парик. Где бы мне раздобыть парик? О, есть идея. Как бы мне дотянуться до этой швабры? Держи. Спасибо, мистер Краб. Что скажешь? Не нравится? Согласна, это была плохая идея. Славный парик. Мне именно такой и нужен был. Дафни, ты где? Отмечаю второй выполненный пункт плана. Отлично. Следующий пункт – хвост. Но где его взять? Сесть сюда. Уже бегу. Я первая. Подарок для меня? Здесь то, что...
что я думаю? Да, новый хвост. Краб уже исчез. Ты только посмотри на эту красоту. Красоту в квадрате. Хвосты есть. Спасибо, мистер Краб. Рад помочь. Мистер Краб, нет! Отпусти, злодейка! Не дай ей забрать мистера краба, Дафни! Теперь это мой краб! Отпусти! Помогите, ребята! Скорее ставьте лайк, чтобы спасти мистера краба! Много лайков! Держись, друг! Отдай! Нужно больше лайков! Этого мало! Мистер краб! Нет! Он мой! Мы его не уберегли! Бедный краб! Вы не помогли спасти нашего друга! Посиди здесь и поплачь, мистер Клешня. Ребята, мы еще можем его освободить. Ставьте лайки. Помогите! Никто не поможет. Тебе отсюда никогда не выбраться. О, нет. Пожалуйста, поторопитесь. Не скучай там. Дафни, ты только посмотри. Вау! Невероятно! Ребята, помогите перевернуть ведро со слаймом прямо на надзирательницу. Скорее ставьте лайки! Больше лайков! У нас почти получилось! Не останавливайтесь! Осталось немного! И чего ты такой кислый? А, гадость! Ненавижу слайм! Вы! Спасибо! Ваших рук дело, признавайтесь! Нет, мы ведь были здесь! Но я за вами слежу! Выпусти нас! Я снова с вами! Ура! Я ужасно волновалась! С возвращением! Я хочу отсюда выбраться! Выпустите меня! А это что? Ладно, нажму! Ау! Неожиданно! Ну что же выбрать? Вот это! О, нет, промахнулась. Никаких смешных свитеров. Где мой изысканный топ? Кнопка, включайся. О, да, я выбираю тебя. Как мне этот нравится. Это очень мило. Мне новый топ тоже не помешает. Нажми на кнопку. Спасибо. Ничего. Это не ко мне. Попробую еще разок. Должна же она как-то активироваться, не так ли? Ну, давай, работай. Эта кнопка какая-то бракованная. Упс. О, заработала. Я выбираю этот топ. Вау, спасибо. И еще один пункт добавим к выполненным. А как быть с рукавами? С рукавами? Хороший вопрос. Идея. Как мило, что здесь есть занавески. Отлично. Кто здесь? Привиденье? Испугалась? А мне пора вырезать нужные детали. Начало положено. Оклеиваю по краю лентой. Добавлю пайеток для красоты. И рукава готовы. Вау, я тебе помогу. Потрясающе, спасибо. Селфи нам на память. А мне что делать? Где брать рукава? Мистер Краб! Ты смастерил для меня рукава. Как прекрасно. Примерю. Шик и блеск. Теперь и я готова к фотосессии. Рукава есть. Что ты задумал, мистер Краб? Выбирайте. Вау, сколько здесь всего. Выбор очевиден. Бензопила. Нет, это очень плохая идея. Лучше выбрать сюрприз. Готово? Открываем. Ай, мой палец. Заноза. Нужно от нее избавиться. А мне достался обруч. Отдай. Что еще здесь припрятано? Как интересно. Здесь столько сокровищ. Чего только из них не сделаешь. Не стоит отвлекаться, нужно за дело приниматься. Обклею обруч ракушками и бусинками. Вау, получилась прекрасная тиара. Потрясающе. Это точно. И моя диадема почти готова. Отлично. А я нашла проволоку и смастерю из нее плавник.
немного термоклея и краски. Плавник совсем как настоящий. Теперь можно украсить стразами. Закреплю заколочки, и мою прическу не отличить от настоящих причесок русалок. Вау! Я тоже времени зря не теряла. Что это за чудо в перьях? Не выдумываю, это просто смешно. Других у меня нет. Ладно, давай помогу, если хочешь. Посмотрим, как это можно исправить. Раз, два, три. Готово, смотри. Вау, они великолепны. Спасибо, я сама это сделала. Привет. Что это? Идея для ваших сережек. Ну уж нет, в горле пересохло. Вау, дай мне глоток, держи. Эй, все не выпивай. Мне как раз нужна была бутылка. Зачем? Сейчас увидишь. Вырезаю из бутылки подходящие детали и плавлю над свечой. Вау, невероятно. Раскрашу и добавлю щупальца из бусинок. А сверху фурнитуру для сережек. И все готово. Вау, вот бы и мне такие сережки. Ладно, только закрой глаза. Уже. Та-дам! Сюрприз! Вау! Спасибо! А как же ожерелье? Я знаю. Одолжим ожерелье у нее. Такая модница. Наверное, придется согласиться. И это правильное решение. Не уверена. Но отступать поздно. Бусины нанизываю на леску. И немного усовершенствую. Готово. Ты опережаешь моду, Фиби. И мы справились с очередным заданием. Последний пункт – маникюр. Вот такая русалка мне нравится. Задела. Ай, рука! Это было сильно. Конечно. Не зря я тренируюсь. Первый пункт – макияж. Начнем с мицеллярной воды. Зачем так усложнять? Я тебе помогу. На помощь! Фиби, выходи. Попалась? Нет. Да. И лицо чистое. Теперь ты умой меня. Лучше воспользуюсь этим. Спасибо. А дальше макияж. Начнем с тональной основы. И немного пудры с румянами. Подвиньте. Основа под макияж готова. Красим глаза. Использую фиолетовый. И побольше блесток. А голубым карандашом подведу нижнее веко. И ресницы. Осталось добавить стразы. И готово. Эй, не толкайся. Моя очередь. Глаза. Нос. Блестки для век. И для скул. Добавлю жемчужинки. И подчеркну губы. Макияж завершен. Вау! А теперь пойдем. Ты иди первая, а я следом. Привет! Привет! Это ноги. Ни русалок не пускаю. Неудачница. Снова неудача. Хот-дог? Есть идея. Привет, вот мой билет. Привет, большой хот-дог. Минутку. Снова ты. Не пущу. Не грусти, фильм вот-вот начнется. Смотри мне. Как он мне надоел. Все было зря. Отличный костюм. Не смейся. Лучше помоги это снять. Ладно. Наконец-то. Что же делать дальше? Ну, конечно, прическа. Прическа – это важно. Приступим. На помощь, Фиби! Пенка для укладки. Выпрямляю волосы и вплетаю синие косички.
осьминог. Ого, давай помогу. Ауч, отличная прическа. И правда, вау. Следующий пункт, маникюр. И что ты задумала на этот раз? Маскировка, которая не подведет. Я в этом сильно сомневаюсь. Вот увидишь. Мы проверяем вентиляционную систему. Конечно, проходите. Вы очень любезны. Что? А ты кто? Я так и знал. Смотри! Что? Стоять! Вы меня не обманете! Я ноготь сломала. Как теперь сделать маникюр? Не переживай, заклеим изолентой. О, нет! А у меня уже и маникюр готов. Да, мило. Но я лучше воспользуюсь лаком. Зря. Возможно, это новый тренд. Я предпочитаю традиционный лак. И украшения для ногтей. Вау! Это скучно. Посмотри, что я нашла. Настоящая рука русалки. Мне понадобятся колготки. Сделаю перепонки. Может, все-таки лак? Готово. А сверху сетку. Теперь добавлю красок. Сетку долой. И побольше блесток. Мой маникюр готов. Впечатляет. Суровый охранник, посмотри на это. Вау, потрясающе, восхитительно. Никогда не видел такой совершенной красоты. Это вам награда за лучший маникюр. Ну что вы. Спасибо, спасибо. А вот и журналисты. Прямой репортаж. Это феноменально. Какой успех! Слушаю. Сейчас буду. Ты снял? Бери крупный план. Попкорн за счет заведения. Вау! Добро пожаловать в наш кинотеатр. У нас все получилось. Ух ты! Такой увлекательный фильм. Поверили? Проваливайте. О, я нашла топ. Отдай, мне он больше подходит. Нет, да, он мой. Нет, мой. Ауч, что это? Голова. Вау, топ мой. А мой будет намного лучше. Ткань декорирую кусочками губки, цепочками и ракушками. Вау! Именно! И мой топ просто великолепен! А как же ожерелье? Пойдем! Мы пройдем в зал без труда! Я в этом совсем не уверена! Мы напугаем охранника! Вот увидишь! Два жутких привидения хотят посмотреть кино! Привидение, спасите! Опс! Что? Это снова вы? Убирайся! И ты тоже! Ай! Ой! Снова провал! Прекрати мусорить! Хотя, у меня идея! Из пластика вырезаю детали и плавлю над огнем. Добавляю жемчужинки и собираю в ожерелье. Я тоже хочу такое украшение. Пластика не хватает. Вечно мне не везет. Придумала. Из этого получатся отличные серьги. Это мне? Спасибо. Охранник года, это, конечно, я. День был утомительным. Пора отдохнуть. Никого нет? Можно поспать. Какой смешной. Это ты, охранник-неудачник. А, ужасный кошмар. Эти несостоявшиеся русалки мне и во сне покоя не дают. Больше никакого сна на работе.
Для полного перевоплощения нам нужны хвосты. У кого будет самый крутой аватар? У меня. Ух, какой я суровый. Хвосты заказывали? Хвосты? Мне они ни к чему, ясно. Вам туда. Спасибо. Хвосты выдумают тоже. Я уже идеален. Ваш заказ? Наконец-то. Это вам. Спасибо, но вы заказывали два хвоста. Дафни? Впервые слышу. Вот, держите. Теперь правильно, благодарю. Не подглядывай. Теперь мы готовы. Поспешим. Вау, настоящие русалки. Потрясающе. Что ж, проходите. Давно бы так. Они все-таки меня провели, но я не сдамся так легко. Бассейн превращается в вип-кинозал. Получилось. Мы это сделали. Простите за беспокойство. Для вас есть особенный вип-зал. О! Вип-зал! Это мне нравится. Мой коварный план сработал. Дафни, подожди. Какая милая малышка. Привет. Я не милая. Молчай. О, нет, я стала феей. За что? Вечеринка в бассейне. Что может быть лучше? Привет, я с вами. Что? Кто это? Я фея. Вы меня не узнали? Магическое превращение. Та-дам! Перед вами фея Блум. Рыжее чудо. Да еще и с крыльями. Только посмотри, как она дергается. Это просто смешно. Я очень хочу в бассейн. Нет-нет, без хвоста нельзя. А, мое лицо! Мои крылышки! О, ужас! Прыщавая фея. Ты совершенно права. Выглядишь ты ужасно. Сама посмотри. Что же делать? Тебе уже ничто не поможет. С такими прыщами ты всех рыб распугаешь. Я просто хотела поплавать. Тебе здесь не место. Бассейн только для русалок. Раз так, я стану русалкой. Превращение? Что? Почему палочка не работает? Все из-за воды. Повешу просушиться. А у меня есть запасной план. Плед, ракушки и побольше скотча. Костюм русалки готов. Ауч! Ой, зрелище. Только посмотри, вот умора. Моя диадема. Использую фольгу. Русалки любят все блестящее. Я готова. Что скажете? Ой, какой ужас. Та-дам! Упс. Как неловко. Она похожа на большую желтую гусеницу. Сильнее опозориться просто невозможно. А мне ее жаль. Нужно помочь. Вот список. Эйприл, а потом соберешь ожерелье и станешь одной из нас. А вот и столик, с него и начну. Какой жуткий скрип, эта фея ужасно раздражает. Фух, устала. О нет, снова эти прыщи, сейчас же от них избавлюсь. Фу, мерзость, ты только все портишь. Опс. О нет, это не прыщ, а какой-то монстр. Здесь нужно действовать наверняка. И мне понадобится эта трубочка. Даже коктейль спокойно выпить нельзя. Блум, давай, не говори. Раз, два, прыщ, прощай. Но красные пятна еще остались. Нет, все еще не работает. Значит, использую ее как удочку. И объявляю сезон рыбалки открытым. Что она делает? Ничего особенного. Как она мне надоела. Лучше полюбуйся моим новым ожерельем. Клюет! Крупная рыба попалась. Ух ты! Отличный улов! Набор патчей, которые устранят все покраснения на лице. Наклею. Подожду немного. И готово. Великолепно. Но что дальше? Макияж? Но у меня нет косметики.
С этим я могу помочь, пока Дафни не видит. Блум, скорее сюда. Это тебе. Удачи. Лимитированная коллекция скраба для чешуи уже в продаже. Спасибо. И что здесь? Туши, тени, блеск. Все, что мне нужно. Начну с палетки для теней. Каждый цвет пронумерован. Думаю, это очень важно. Использую самые яркие цвета. Помада. Блесток много не бывает. Добавлю цвета здесь и здесь. И макияж завершен. Разве я не прекрасна? Наша фея теперь клоунесса. О, нет. Стало только хуже. Алло, слушаю. Ты перекрасила чешую? Лови. Это подсказка. О, теперь я поняла. Раз, два, три, четыре, пять. Макияж готов. Я справилась. На отлично. Вот первая звездочка. Ты ее заслужила. Спасибо. Что? Она стала слишком хороша. Нужно охладить ее пыл. О, нет. Мой макияж испорчен. Бедняжка. Уши стеклась по всему лицу. Как неудачно. Жаль. Отличная работа, Дафни. Кто мисс гениальность? Конечно, я. Ах так. Вот тебе корм для рыб. Вкусняшки. А я не сдамся. Макияж – попытка номер три. Нанесу тени по номерам. Да, получилось. Что скажешь? Восхитительно. Забирай звездочку. Ура! Первая звездочка. Никаких звезд. Снова она. Лови. Еда! Следующий пункт – хвост. Из чего его сделать? Есть идея. Вырежу хвост из картона. А теперь оберну тканью. Нет, этот план не сработал. Нужен план Б. Вешалку сгибаю в форме плавника и обшиваю тканью. Пора примерить хвост. О, мои прекрасные ножки. Мне будет не хватать высоких каблуков. А мне идет хвост. Фея запуталась в плавниках. Ты только посмотри. Смешно. Но звездочку она заслужила. О, да. Вторая звезда. Кто заказывал пиццу? Курьер русал. Любопытно. Морская экспресс-доставка. Пицца для русалок моя любимая. Эй, Прил. Что? Он все еще здесь. Иди. А платить кто будет? Все ясно. Уходи. Мне пора. Вау, я тоже хочу так петь. Стой. Фу, меня тошнит от твоего пения. Ну почему? Ты никогда не запоешь, как настоящая русалка. Это мы еще посмотрим. Я готова. Я Блум, и это моя песня. Ла-ла-ла. Потрясающе. Я могу еще лучше. Я Блум, и это песня моя. Ужасно. Ах так. Ло-ло-ло. Тебе нравится моя песня. О, да. Поздравляю, ты была великолепна. И вот твоя звездочка. Третья, спасибо. Что это было? Безобразие. Как я могла поставить лайк? Мне вообще не понравилось. Мой наряд не похож на наряд русалки. Бутылка? Зачем она мне? Будем. Мы пираты. Я вижу корабль. Загляни в бутылку. Ясно. Это карта. Осушим кубки. Нужно найти клад. Здесь ничего. Тут налево. И направо. Не понимаю, я уже все обыскала. Клада нет. Защищайся! Пираты не сдаются. А, я ранена! Победа! Я лучший пират на всех морях. Вон там. Там? Не отвлекайся. Играем дальше. Придется немного покопать. А? Что это? Опс. Что за звук? Нужно проверить. А, вот кто крякал.
А что в сундуке? О, зацените мой латиноамериканский прикид. О, нет. Ну ладно. А как вам кетчуп с хвостом? Супер томатный. Еще хуже. Русалка, туалет, вот умора. О, нет. Смойся отсюда. А, я ничего не вижу. На помощь! Этот наряд вам наверняка понравится. Супер. Дафна? Проснись. Упс. Эйприл? Да, этот подходит. Прости. Блум, твоя звезда. Спасибо. Мне нужна новая прическа. Попробую что-то сделать с волосами. Надеюсь, это поможет. Лови мяч. Отбила. Вот тебе. Ой, какая я неловкая. Руки-крюки. Все из них валится. Попрощайся со своим мячом. И прическа готова. Замечательно. Но почему все против меня? Новая звездочка. Спасибо. Диадема из фольги. Настоящей русалке нужно кое-что получше. Попробую. Ужасная шляпа. Что? Ты серьезно? Оу. Нужен другой подход. О, да. Идеально. Я горжусь тобой. Лови. И очередная звездочка у меня. Теперь я готова. А если я начну тонуть в бассейне? О, нет. Такого я не допущу. Я взяла маску с трубкой. Русалка в подводной маске. Я сейчас умру со смеху. У всех русалок есть жабры. Я снова убедилась, я лучшая из русалок. Этот доктор поможет. Позвони ему. Доктор Фиш? Ну ладно. Алло, доктор? Я уже здесь. Мне срочно нужны жабры. Тебе? Насмешила. Я заплачу. Другое дело. Приступим. Раз, два, без паники. А деньги? Этого должно хватить. Спасибо, доктор. Теперь я настоящая русалка. Ой, кальмар полетел. Что? Русалке нужны линзы. А у тебя их нет. Все пропало. Мне никогда не стать русалкой. Наконец ты это поняла. Эйприл, моя лучшая подружка. И тебе здесь не место. Мы обойдемся без тебя. Пока. Постойте. Куда же вы? А как же я? Лови. Что это? Линзы? Для меня? Да, спасибо. Линзы на месте. А вот и ожерелье. Поздравляю, теперь ты настоящая русалка. Добро пожаловать. Этому не бывать. Стой, отдай ожерелье. Нет, тебе никогда не стать одной из нас. Нет, ты все испортила. Мое ожерелье. Я лучшая русалка. Тебе никогда не быть со мной в одном бассейне. Нет, ты плохая русалка. Ах, вот ты как. Значит, я воспользуюсь магией. О, да, теперь я вампир. Тебе нельзя колдовать. Кто мне запретит? Ты? Получай. О, нет, что ты наделала? Так тебе и надо, малявка. Я такая коварная. И что мне теперь делать? Верни мою палочку, злодейка. Попробуй отбери. Упс, упала. Иди, не возвращайся. Пока-пока. Это не смешно. Нужно ее найти. Иди, расколдуй ее. Сейчас же. Лила! Лила, ты где? Дай пройти. Сама дай пройти. Я само кошмаршество. Лила? Нет, о, мои денежки. Эй, вампир, что ты делаешь? Ты должна искать ребенка. Конечно. Лила, ты где? Позвоню в русалочью службу. Привет. О, привет. Ты не видела эту девочку? Прости, нет. Пока. Эй, полегче с хвостом. Мой плакат. Сейчас ножка заживет.
Я знаю, что нужно малышке. Собачка. О, она такая милая. Привет, песик. Ты мой любимый. Упс, это оказалась бойцовская собака. Мое лицо. Сейчас я все исправлю. Вот так. Я проголодалась. Вот бы сейчас съесть. Дай угадаю. Пончик, держи. А лучше идем в магазин. Вот тебе целое блюдо пончиков. И ни в чем себе не отказывай. А я хочу вот это. Я наелась. Святая пыльца. Алло, доктор, скорее сюда. В чем проблема? Ребенка обсыпало от сладостей. Ну, все понятно. Будем выдавливать прыщи. Не надо. Есть путь намного легче. А тогда зачем вы вызвали меня? Чтобы вы помогли нам справиться вот с этим. Пожалуйста. Чем больше съедите вы, тем меньше достанется ребенку. Ох, я все съел. Моя работа окончена. Пока. Вот умора. Эй, малышка, подожди. А может, все не так плохо? Она счастливо гуляет по радуге в компании друга. Нет, очнись. Все не так было. Она встретила страшного зомби. Помогите! И он вот-вот ее укусит. Хватит всех кусать и пугать. Я звоню в полицию. Алло, офицер, у нас пропал ребенок. Алло, вы меня слышите? Девочка, зовут Лила. Эй, пропал человек! Эй, Лила, хочешь фрукты? Или цветы? Боже, улыбнись. О, у меня есть идея. Давай сыграем. Сделай киси-миси, не глядя. Неинтересно. А, все равно неинтересно. Ну как, тебе нравится? Ну скажи мне, что ты хочешь, я все сделаю. Я хочу стать феей. Отлично. Выбирай корону феи. Эту? Нет. И не эту. О, вот эту. Идеально. Вау. А можно мне крылышки? Конечно, вот и они. Юху, мои крылья! Я могу ладить с детьми. А теперь самое главное. Мне нужна волшебная палочка. Ну, конечно, держи. Отлично. Теперь я смогу попасть домой. Эй, офицер, смотрите, вот ее фото. Опс, она утонула в нашей печали. Одну секунду. Значит, Лила красивая, бледная, с изящными зубами, похожа на летучую мышь и гипнотизирует взглядом. Вот так? Да, очень похоже. Нет, вообще не похоже. Она выглядит совсем по-другому. Говорите. У нее роскошные хвосты, как у рыбы, стройная чешуйчатая нога, хвост 35-го размера. Вот так? Что? Лила совсем не такая. Это ты описываешь ее неправильно. Но у нее нет хвоста. И клыков тоже нет. Дом, милый дом. Я тут. Упс, привет, фея. Вот твоя собственная палочка. А можно мне волшебную пыльцу? Еще и пыльцу? Ну ладно. Я иду домой. Подожди, Лила, ты куда? Красные глаза, жабры, плавники, худые кости. Она? Да нет же, вообще не похоже. Нужно убрать хвост. И стереть клыки, у нашей девочки нет таких глаз. Вампир, русалка, я дома. О, вот, наша малышка выглядит точь-в-точь, как она. Такие же волосы и глаза. И улыбка, и прическа, только без крыльев. Это она? О, наконец-то! Хвала богам, получилось! Окей. Вот, я нашел ее, дело закрыто. Лила, наконец-то ты дома! Мы так переживали, что случилось? Меня украла фея! Я? Приветик. Да, она пытала меня сладостями. Ну все, я разберусь с тобой. Лови! Что? Ребенок? И что мне с ним делать? Отдам его русалке. Малыш? Русалчонок, спасибо, не надо. Детка фея? А, я же сама ее наколдовала. Прощай. Ну все, держись. Стоп, я сама с ней разберусь. Держи леща. Это тебе за Лилу. Хвостовая пять.
Молодец, русалка. Ну ты и лузер. Я готова ко второму раунду. Что? Малышка, не плачь из-за нашей драки. Я плачу из-за мальчика. Я его люблю. Любовь, морковь, свернулась моя кровь. Прощай, мальчик. Лучше поиграй в куклы. Тебе еще рано думать о мальчике. Отстаньте! Вы меня не понимаете. Думаю, я могу помочь. А вот и наш герой. Где я? Привет, парень. Замри. Это лучше джойстика. Держи. Давай, вперед. Что это? Наверное, это тебе. О, спасибо. Привет. Привет. Обожаю любовные истории. Ну уж нет, размечтался. Тише, вампир. Не видишь, наша девочка счастлива. Пока. Наша малышка подросла. Не хочу даже думать об этом. Хватит, вампир. О-о. Ну, это уже слишком. Эй, ну и с кем мне теперь играть? Я знаю. Что со мной? Крошка. Упс, и я тоже. Теперь у Лилы две подружки. Давайте веселиться. Битва подушками! Ха, я отбила. О-оу. Как весело они играют. Это уже слишком. Я с вами, девчонки. Ауч, у меня заноза. Сейчас я все вытащу. Оу, только не это. Пальцы будут моими. Ладно, давайте используем волшебство. Вау, спасибо. О, нет. Кровать. Оу, яйца. Неудачное жонглирование. Я все поправлю. О, нет, 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 полки. Смотри, твоя палочка у меня. Как тебе мои новые волосы? Отдай палочку немедленно. И подумаю. Хочешь свою палочку? Вот она. О, нет, мое волшебство. Вы ответите за это. Упс, я не хотела. Давай еще раз. Оу. Что со мной произошло? Наша девочка выросла. Я взрослая Барби? Сделай что-нибудь, фея. Это все сломанная палочка, прости. Опс. Так еще хуже. Что же делать? Привет. Где мы? Привет. Добро пожаловать в голодные игры. Голодные игры? Ну уж нет, это не для нас. Не так быстро. Ой, вы никуда не уйдете. О, нет. Прячемся. Куда? Пять. Это моя коробка. Четыре. Прячься в коробку, скорее. Нет, она странная. Значит, здесь спрячусь я. Три. Кен? Привет, красавчик, как дела? Два. Я должна выиграть этот раунд. Ой, чуть не забыла. Я иду искать. Ну и куда они спрятались? Как здесь пыльно. Попалась? Сдавайся. О, нет. Поставьте побольше лайков, чтобы она прекратила. Сработало. Спасибо. А? Упс, кто-то чихнул. И сейчас я узнаю, кто. Стрела? Какая наглость! Еще одна. Это уже слишком. О нет, здесь становится опасно. Коробка шевелится. Там кто-то есть. Она меня заметила. Тебе не сбежать. О нет, я боюсь. А это что? Я сдаюсь. Серьезно? Ну как хочешь. Охрана? Уносите ее. А я пока поиграю. Кажется, она ушла. Можно выбираться.
Фух. Я в ярости. Спокойно, не нужно так нервничать. Дыши. Ладно, вдох, выдох. Мне уже спокойно. Что происходит? Мы выиграли? Вот ваш приз, поздравляем. Фу, гадость. Вау, денежки. Что это? Мы выиграли и теперь свободны. Скорее уходим. Нет, я не могу праздновать в таком виде. Нужно переодеться. Вот так намного лучше. Пойдем. Ты первая, а я за тобой. Ты только посмотри, как ей плохо. Деньги у нас, уходим. Деньги у меня. И мы идем спасать русалку. Куда это вы собрались? Спасать русалочку. Не думаю. Я знаю, что делать. Ай, мой клык. Как мне быть без клыка? Все из-за нее, противная девчонка. Так получилось. Не волнуйся, у меня есть идея. Я одолжу стрелу и сделаю из нее милое сердечко. Это тебе. Спасибо. А это ключ от комнаты с русалкой. Но я вам его не отдам. Я хочу играть. Устроим конкурс. Кто съест мороженое быстрее, тот и победил. Люблю конкурсы. Но сперва мне нужно переодеться. Снова? Нет, это не подходит. Вот так получше? Отлично, только давай быстрее. Нет, снова не то. Теперь в самый раз. Прекрасно. Мороженое растаяло. Конкурс отменяется. Упс. Это еще не все испытания. Перетягивание каната – мое любимое. Ты думаешь, что сможешь меня одолеть? Это будет весело. Люблю трум-шорт. Эта девчонка сильнее, чем я думала. Вперед, давай. Лучше помоги. Это совсем не так весело. Тяните, тяните. Упс. Ауч. Да, я много тренировалась. Моя голова. Ключ останется у меня. Вредная девочка, отдай ключ. Нет, мы отдаем за него все наши деньги. Нет. Деньги меня не интересуют. Что ты наделала? Вам нужен этот ключ? Вот и попробуйте его достать. Упс. Ничего сложного. Сейчас посмотрим. Там кто-то есть. Гадость. И к чему паника? Эти червячки совсем не страшные. Держи ключ. А я как раз проголодалась. Фу! Было вкусно. Пойдем. Далеко вам не уйти. Где ключ? За мной. Куда мы попали? Сюрприз! Ищите подружку? Сначала пройдите следующее испытание. Танцевальный батл. Все ради спасения русалочки. Мы готовы, но только после тебя. Ладно, смотрите и учитесь. И это соревнование? А мне нравится. Браво. Кто следующий? Прошу. Я покажу тебе, как это делают профессионалы. Софиты. О, нет. Слишком яркий свет. На помощь. Ха, твоя очередь. Я с удовольствием. Влево, вправо, вперед, назад. Увеличить скорость. Я не успеваю. Снято. Это видео ждет успех. Вау, сколько лайков. Феноменально. Моя голова, а мой внешний вид? Это катастрофа.
Нужно срочно все исправить. Ого, неожиданно. Костюм куклы, но не тот. Вот так намного лучше. Ты куда? Пытаюсь открыть сейф, но без кода ничего не выходит. Привет. Сейчас же открывай сейф. Хотите получить код? Пройдите испытание. Нужно задуть все свечи. Легко. Раз, два, три. Наберу воздуха побольше. Пылинка в горло попала. Не проблема, я все сделаю. И кот у нас. А вот и кот. Нет, вы не получите код так быстро. Для меня не существует невыполнимых задач. Вперед! Следи за шариком. Кручу, верчу, обмануть хочу. Я все запомнила. Шарик здесь. Нет, здесь. Где же он? Вторая попытка. Использую рентгеновское зрение. Шарик вот здесь. И я выиграла. Что? Но это невозможно. Все честно. И кот у нас. Осталось только его правильно собрать. Готово. Ты запомнила? Идем. Минутку. Какой был порядок букв? Я забыла. Ребята, напишите в комментариях правильный пароль. Без него нам сейф не открыть. Спасибо, вы лучшие. Попались? Шалость удалась. Отличная работа. Дай 5. Привет. И куда мы попали? Последний конкурс. Кто первый съест леденец, тот побеждает. О нет, мне нужно переодеться. Только не сейчас. Раз, два, три. Минутку. Леденец слишком калорийный. Я это есть не стану. Готово. И у нас есть победитель. Поздравляю. Спасибо. Я обожаю выигрывать. Нет. Теперь я богата. Меня ждет фантастический приз. Куча денег. Приз – сертификат об удочерении. Что? Мама! Нет. Ну ты попала. Лузер.